чувствую, будет весело. Блять. Здравствуйте! И добро пожаловать на канал Дидорио, а мы продолжаем прохождение Dark Souls 3. Я переставил немножечко свою приставочку поближе к себе, потому что она была достаточно далеко. Возможно, в этом и была моя большая ошибка, большая проблема. Да, будем пробовать, будем смотреть, как оно что будет. Как, зачем, почему и за что. Так, тут мы должны отомстить нашим отбитчикам. Мы должны забрать то, что принадлежит нам по праву. А именно души. Ага, не надо. Не надо. Пожалуйста, спасибо. Кстати, очень может быть немножечко другая вещь. Я так понял. А сейчас я объясню. Мне кажется, я знаю в чем. Подожди, причина. Дело в том, что вот данный телевизор, который здесь находится, он довольно старенький. И когда я пытался подключить, как обычно, через карту захвата, звук был, картинки не было. Что я сделал? В итоге у меня приставка подключена к карте захвата, а телевизор подключен к ноутбуку. И вывод идет на телевизор через ОБС. Возможно, задержка идет. Поэтому я и ругаюсь на кружок, потому что я вижу там, допустим, на миллисекунды все раньше, точнее позже, чем все происходит на самом деле в приставке. Может же такое быть, да? Если это так, срочно нужно как-либо решать эту проблему, потому что так не пойдет. Это прям беда-бедовая. А как мне потом сражаться? Ладно, вот, ну так, и чужевая еще что ли? Такие вот враги. На меня только сейчас дошло, да, это скорее всего задержка через АБС. Я вот заметил, вот, картинка чуть-чуть, вот на записи уже готовая вот, нормально, а вот играя я, она как это, как, не знаю, как объяснить. Великий, могучий, жесткий язык. Мы им, по идее, владеем, да? Значит, мы должны, мы можем объяснить это. Значит, будем думать, как. Оно... как фризит. Подтормозит. Великий, могучий русский язык фризит, блядь. Ладно. Фигня, прорвемся. Так. Пепел с экскрементами. Я думал, только это поставил будет. Нет. Кстати, вот говоря, даже вот такой вот момент. Вот сейчас я смотрю в ноутбук непосредственно. Тут нормально. А тут вот буквально чуть-чуть позже на экране телевизора все происходит. Вот она в чем беда. Да, да, я был прав. Я так нажимаю все правильно. Вот она в чем проблема. А вы на меня ругались. Ничего не знаю, я не виноват. Эй, здорово, как дела? Давай поговорим, давай попьем. Поговори со мной. Поговори. Прошу прощения, кажется, я задремал. Здесь так тепло. Ну и что ж так долго? Рад тебя видеть. О, кажется, я упустил свой шанс, так что... я Сигвард из Катарины, выражаю свою глубочайшую признательность. И небольшой подарок в придачу. Это тебе. Слава Элда. Знаю, не хочешь отужинать вместе? Я делаю чудесный суп из эстуса, и вот, я тут кое-что тушу. Даже нежить иногда заслуживает чего-то нормального. А теперь, по случаю нашей встречи, позволь мне произнести тост. Сигбра, за твою отвагу, за мой меч и за наш клятвенный долг. Пусть солнце светит вечно. Давай, выпьем с ним. Так, Сигбрау, где он? Давай, оп, буханули, присядем немножечко. Ладно, нормально. Ты в курсе? Где-то здесь вылетели из глубокой подземелья, а еще глубже осквернённая столица, где живет Йорм, гигантский повелитель отшельников. И это напоминает мне об одном серьезном обещании. Мы выполним квестовую линию
нашей дорогой луковички. Я вам это обещаю. Да. Ох, прости. Боюсь, я испортил тебе настроение. Ну, не знаю, как ты, а я вздремну. Вообще, после хорошего праздника ничего лучше сна быть не может. Ну все, пусть приятель спит, он нам заодно и серокрыса спасет. А мы идем дальше. Да? Да. У меня хорошее, прекрасное настроение. Я почти не хочу спать. Почти, ключевое слово. Но все равно, тут надо себя чуть-чуть позже приучить ложиться спать, потому что я ложусь рано и просыпаюсь часов в 5-6 утра. Ну, ненормально. А я записываю, когда темно, чтобы вот так вот, блин, немножечко антуражик. Ну, извините, нету у меня своей студии. Нету ни студии, ни денег на нее. Пока что так, как есть. В будущем посмотрим, как оно все будет. Но пока только так. Да. Так. Эй, ты. А! Ну да. Тихо. Опа. Хорошо. Бэкстеп. Ну почти. Ну вы видите, должен был быть бэкстеп. Вот. Скотина. Иди сюда. Сюда он у нас не попадет. Ага, молодец. Бэкстеп? А нет, бэкстепа. Тихо. Да бэкстеп. Ты бэкстеп долбанный, а? Объяснись. Ну, сейчас как-то по-другому все делает. Вот, наконец-то. Хорошо. И тут они достаточно легкие. Противники. Единственное, если бы этот еще не стрелял, было бы все прекрасно. Если бы бэкстеп был бы сразу хороший. А не вот это вот. В бок. Мимо. Анимация есть, бэкстепа нет. Вот это бесит, в самом деле. Так, следующий, да? Давайте лучше выпьем. Как дела? Дурака кусок. Сюда иди. Сюда иди. Оп. Ну ты пытался. Ты пытался. Вот, вот, вот. Сейчас хорошо. Давай. Добиваем? Добиваем. Прекрасно, шикарно. Большой осколок титанита. Хорошо, их падает, только они мне уже не нужны, по сути. Их у нас так много. Ладно, ты подумал? Ай, ну конечно, оборожение. Подожди, не стреляй. Хотя стреляй. Так. Ага. Тихо. Эй, так обморожен. Все нормально. Ладно, допустим. Ага, не успел. Вот и все, как хотел. Хорошо. Все просто шикарно. А тут разве нигде нету никакого сундучка или там мимика, или хотя бы какого-нибудь интересного предмета? Почему так пусто? Что такое? Ну-ка. Фантом, не пугай больше так. Тут ничего нету. Блять. Испугался. А, вот они наши сундучки. Так, это не мимик. Что тут у нас? Небесное благословение, прекрасно. Ты мимик? Нет, не мимик. Собаки гавкают. Слышите? Подожди. Ну, гавкайте. Не хотят. Ну и ладно. Просто собачки гавкают на улице. Молодец, Мунга, прекрасно. Никогда я не играл. Прекрасно. Ладно, кольцо со львом, оно выпады что-то там, да? По-моему, оно для выпадов. Ген. Ну да, усиливает контратаку колющим оружием. Ответный выпад. Как во второй части было написано, когда... башни Хейда, локация. Нет, старый драконоборец. Вот к нему приходишь, в храме Лазурного пути, или как так называется... Синий стражей. Вот в их местности. Вот там со старого драгоноборца можно получить точно такое же колечко. Так. А тут опять псины сутулые будут, да? Так. Впереди вероломство. Что? Ну, кстати, вот. Судя по вот эти вот. Вот видите вот эти вот как бы разрезики. Вот есть такое ощущение, как будто здесь должна быть стенка, а ее тут нету, это печально. Ну да ладно. Так,
С собаками я не дружу, поэтому я беру щиток. Без щита нам никуда. Когда дело доходит до собак. Коза. Ненавижу этих скотин. Вот. И эти уже подоспели. А я? Чуть-чуть его дело, тихо. Три удара много. Кто ж знал? Раз, два, три. Получили мы тренды. Тихо. Все нормально. Все хорошо. Тихо. Собачка застряла. Прикол. Подлечимся. А теперь мы. Так, по-моему, тут собачки еще будут. А там у нас уже срезочка открыта будет скоро. Это шикарно. Ой, привет. Как ты по мне не попал? О, попал. Их два, что ли? Бегите, бродите. Тихо. А я не попал. Раз, два, три. Нормально, хотя бы не сбивает. Это уже хорошо. Если бы сбивал, было бы гораздо хуже. Два, три. Так, нормально. Сейчас на следующую пойдем, подлечимся. Идем хорошо. Кстати, прокачаться бы не помешало. Да? Ну, конечно. У нас ничего нету? Нету. Так, щит можем убрать. Давайте до кустика пробежимся. Эти нас все равно не видят. Лошары. Мы их уже убивали, а трогать мы их больше не будем. Незачем. Так. Ты еще тут? Да, это еще тут. Дай прыг. А тут? Тут никого? Кстати, хочу один момент посмотреть. Вот, центральный ретил, да? Появилась ли знак призыва или нет, фиолетовый? Там вот какие-то вот три точечки вот эти вот. Может что-то есть. Может быть, давайте глянем. Давайте посмотрим. По-моему, он был где-то на мосту. Я могу, конечно, ошибаться. Я не помню просто. Но нет, что-то нифига. Почему? А, вот! А оно тут всегда было? Они не знают. Вас призывают. Вот, вот оно. Вот эта фигурина. Так, а я, по-моему, тут нам можно и умирать. Ничего страшного, вдруг, если что будет. Так, вот это. А-ля Крейтон. Как чувак из второй части. Похоже. И что ты сделаешь? И что ты можешь? Да ты ничего не можешь. На тебя надвигается буря. Атака бешеных лап, понял? Скимитаров. Атака бешеных скимитаров. Подожди. Я не один у тебя противник, ты в курсе? А давай мы вот так. А, не получилось, не фартануло. А как? Подожди, дай бэкстеп. А теперь бэкстеп. Нехер лечиться. В таких обстоятельствах. Два, три, четыре. А, зря. Ой, а что такое? Фляжки кончились, да? О, тихо, на меня? На меня, что ли? Серьезно? Тихо, отстань. Отстой. Сирис, ты что не помогаешь? Помогай. Кувырки, кувырочки. Ладно, давай так. Ах, падла. А мне же потом с ним один на один придется сражаться. Ты что использовал? Это небесное благословение, да? Тихо, 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 тихо. Не надо. Чего у тебя столько всякой гадости много? Подожди. Вот. Ну, крит маленький, маленький крит идет. Нет. Нет. Тихо. Я еще живой. Понял. Два. Он сбивается, это прекрасно. А я первый. У него атака дольше. Сирис чуть не умерла.
Ух, вовремя, вовремя победили. Хорошо, прекрасно. Спасибо тебе за помощь. Пусть Луна благословит тебя на твоем пути. Обращайтесь, мам. Всегда рад помочь. Так, а теперь же мы можем... А у нас угля нет. Сука. Можем сейчас использовать уголь. Пойди, и он должен к нам вторгнуться. Да? Да. Может сначала прокачаться? Нет, зачем мы же... Там же пахнет. Ну проебем, проебем. И осколок коси есть. Ладно, первый сей. Да справимся, все в порядке будет. Вот, к нам бы вот это вот чудовище сальванское отсюда бы спрыгивало и бежало бы к нам. Вот, нет, вот отсюда бы. Да, вот мы бы тут чуть туда дальше прошли, и нам бы пришлось с ним в один раз. Так что лучше, конечно, на мосту его побить, чем тут. Логично, логично. Так, телепорты. Телепорты. Церковь Ёршки. Счешется. Сегодня был большой бум, после чего отключился свет по всему городу, прикинь. Да. Я очень боялся, что света так и не будет, и я не успею записать видео. Но свет дали, и я очень был рад этому. И я моментально начал записывать. Я хотел сегодня записывать пораньше, не получилось из-за долбанного света. Но все равно лучше, чем могло бы быть. Три. А. И к тебе давай тоже вот так подойдем. А, скотина, дерево! Дерево, просто скотина. Так, выносливость потратим. Вот. Он сейчас нам мстить приперся. А теперь ты один. А я. Нет, нет. Тихо. Так, мы теперь с ним один на один. Нет. Тихо. Угомонись. А я первый. Но он сбивается, это хорошо. Нужно, короче, следить за выносливостью, атаковать и убегать. Ничего страшного, пусть хилится. Мы тоже можем хилиться. Еще разок, уходим. А че ты не падаешь? А, блин, мог же предотвратить этот момент. Собака. А я первый. Нет, нет, я не первый. А вот сейчас я... Ах, ты ж падла. А небесное благословение полностью, что ли, лечит? А мы быстро. 10.47. А, пойдет. Ничего страшного. Два. Ну, постой. А, блядь, блядь. Долбанная стена. А я первый. Ха-ха. В прыжке он тут хотел атаковать. А, посмотри на него. А теперь я. Два. Три. А, тихо. Тихо, 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 тихо. Нет, я. Лошара. Топор ракомноборца. Кстати, вот если ты играешь за клирика и качаешь веру, вот этот топорик, он очень хорошо наносит урон. А если его еще и проскалировать, да нет, не так, если его заточить на молнию, и ты играешь за клирика, это шикарнейшее оружие. Кстати, мне интересный момент вот один. Вот у него по дефолту идет урон от молнии. Но прибавки сейчас никакой нет. Если как-нибудь его так наточить, чтобы и мы им хорошо урон наносили. Например, есть же какой-нибудь самоцвет, который точит на молнию, и чтобы не нужно... Ой, обновление завершено. Чтобы не нужно было качать веру. Должно же быть что-то такое. Да? Я водички по... Можно? Да, спасибо. Вот она, наша Сирис. Но я сначала не тебе, я сначала нашему товарищу кузнецу посмотрю, что мы можем сделать. Эй, рассвечет. Да. Так, усилить мы что-нибудь может? Можем? Нет, не можем. Так,
А если вот заклинить, вот топорик. Тяжелый топор драконоборца. Так, это тяжелый самоцвет. Нет, это мне не интересно. Грубый. Он грубый самоцвет чуть-чуть увеличивает обычную физическую атаку. Но никак не молнии. Магии прибавляется. Огнем прибавляется. Ты прикинь, урон физический. Урон огненный. И еще и молнии фигачит. Ты прикинь, какая пушка. Священный самоцвет. Священный. Глубинный. И отрава. Кстати, неплохо. Можно было бы вкачать. Это неплохая вещь. Магию, но, блин, скалирование все равно идет. Грубым самоцветом тоже как. А можно ли смолой наш топорик подправить немножечко, а? Сейчас посмотрим. Ну-ка. Так, вот, допустим, ну, маховая смола. Давай. А, это я. Смола. Какая смола? Что это? Временно повышает общую сопротивляемость. Ладно, не страшно. Так, какое мне больше всего? А вот, на 6 молний. Да, прикинь, можно. Можно. Можно его закачать. Подожди. А, чуть-чуть. Чего у меня по силе? Подожди. Сила 10. 10, если в дурочном хвате это x полтора, 10 это 15, 12 это 18, да? И вот буквально 2 уровня вкачать, и мы вот так вот сможем с ним гонять. Ну-ка, мадам, мадам, повысить уровень. На крайняк мы все равно сможем все это переиграть. Всего 2 уровня, ладно, ничего страшного. Ничего страшного в этом нет. Вот. Да, теперь мы можем просто с ним вот так вот гонять. Давайте попробуем, что нет. Я могу его, в принципе, сейчас закачать. Мне хватает материалов. Да. Укрепить. Укрепи мне, пожалуйста, вот это. Да. Еще чуть-чуть не хватает, да. Ну и ладно. И вот закалить. Ну-ка. Вот, 203 будет. И 157 к тому же от молнии. Ты прикинь? А вот так вот будет. Ну да. Получается, самое разумное это грубый самоцвет. Подожди, в две руки. Все, 203 плюс 157. А тут у меня разница налицо, по-моему. 203 плюс 157, либо 139 плюс 139. Ну да, так получается 278. А так 260. Подожди, 360. Да, 360, а тут 278. Пробуем. Смотрим. Кстати, пепел. Пепел давайте отдадим. А, вот это и чем я могу быть полезна. Передать пепел. Потрясающе, передай, это прекрасный пепел. Да превратится пепел сей в твою силу. Ай, что ты не прочитал. И хрен с ним. Мадам, я благодарил тебя за благородное спасение. Этот темный дух был одним из пальцев Розарии. Гнус на троне, вечно шныряющие в темноте. Мои заклятые враги, наглые захватчики, если не сказать больше. Я бы не справилась в одиночку, прими мою глубочайшую благодарность. Священный панцер-барьер и кольцо серебряной кошки. На случай, если тебе понадобится помощь, вот мой знак. Пусть луна благословит тебя на твоем пути. Хорошо. А давайте теперь... Знаете куда? Знаете? А я знаю куда. Вот теперь, вот к Карине с битвой... Карине! Великого древа пойдем. Вот. Что-то со мной определенно не так в последнее время. Заплетык так и затыкается. Не могу. Почему-то соображал, как уже начал работать. Надо чаще записывать. И высыпаться, по крайней мере.
Я хочу себя приучить вот позже ложиться, чтобы позже вставать. Я, по-моему, это уже рассказывал. То я слишком рано. Там наша ящерка. Так, ну-ка, ты. Габадрил. Ага. Так, в чем фишка еще этого топора? Он по стамине хорошо еще урон сносит. То есть мы быстрее, легче будем ставить противников. Так, и... Опа! Хе-хе-хе-хе. Красота же! 357, да? А давайте вот так попробуем. 488! Намного больше урона, ну просто намного. Ну это шикарно. Мне кажется, это шикарно. Так, ну эта смола быстро заканчивается, она такая, мимолетная. Мимолетная атака, если так. А я могу сделать такую же атаку? Подожди. Вот! Прикинь, могу. А все, уже не могу. У меня кончилась мана. Но это же все равно еще больше урона. Тихо. Я чувствую себя чуть ли не всемогущим. Не, ну это еще и локация такая. Здесь просто перекачи. Ну, тут урон явно преуспевает. Но мне очень и очень нравится этот топорик. Прям сильно. Так. Верим, надеемся на лучшее. А когда же мы сможем ее тут призвать? Кто-нибудь нам расскажет? Нет? Вот прям нет. Точнее, не призвать, а мы к ней. Что это было? Фляжка прилетела? Наверное, да. Вот когда мы к ней сможем на помощь прийти, чтобы не нашел старого знакомого победить. Кто-нибудь знает? Нет? Ладно, ну тогда это потом. Полетел. Да ну все, все хорош. Подожди, а я могу это так делать? Классно, мне нравится этот топорик, прикольно. Но за клирика с ним играть еще интересно, прикольно. Там такой урон просто выше крыши. Сука. Да, сюда тебе надо, прикинь. Козел, блин. Задал баланс этой фигней. Так. По-моему, сюда. Невозможно, а точно мы за сегодня убиваем понтифика. Я хотел сначала сказать возможно, но потом посмотрел, начал вспоминать, где и сколько еще нам ходить. Не так долго нам до него. Так, я предлагаю вот как-нибудь вот так вот поставить, но это мы чуть позже используем. На битве непосредственно с понтификом самим, зачем мы сюда идем, нам сюда не надо. Там в срезочку, которую мы открыли. Бывает. Господа, проходим, не задерживаемся. Не мешаем пути пройти. А, нормально. И так не мешает. Так, тут, пожалуй, сразу поднимем. А, еще же один момент. Ну, два удара нормально. Собачка. А мы можем вот так сделать, да? Она не... О, блин, чуть-чуть не хватает урона. Ну, прям капельку. Так, где же на нас не идут? Вроде нет. Можно подниматься? Да, спокойно? Что не помешает? Спасибо. Можно здесь спрыгнуть, а можно будет потом нормально спуститься по-человечески. Ну тут стрелять будут. Давайте спрыгнем. Чисто нам есть чем.
Извиняюсь. Ведь кого пытался, фиг поймешь. Большой осколок титанита. Чуть-чуть, и мы прокачаем наш топорик. Хорошая, классная, полезная вещь. Привет! Как дела? Вот эта сволочь хотела на нас сверху спрыгнуть. Ты посмотри, сколько глаз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще тот снизу упал. Еще там внизу куча их. Давайте по одному. Толпой нечестно, в курсе? Ой, хорошо задел. Вот это размах. Еще есть живые? Вот он. Собака не увидела его. Лечимся. Эй, тут кто-нибудь есть? Ой, ты маленький. Обморожение. Ладно, нормально. Вот он бы тут на нас сверху спрыгнул и сделал бы а-та-та. Ну, кувырок, кстати, хуже не стал. Меня это радует. Так, идем дальше. Вон там приколюшку надо будет подобрать. А как ее забрать, я не помню. Ладно, вспомним. Подпозже чутка. Все, найдем, все сможем. Привет. Ой, это с косой. А если я... Ой, прекрасно. Вот это ж моя рыбочка, как он станется хорошо. А ведь, если он с химитарами станется, то, естественно, топором и подавно. Что еще расскажешь? Не то я сделал. Ой, хорошо. Давай. Так легко. Я этих со щитами еще не убивал. Это у нас кто? Чернорук Готат. Ты кто? Бледная тень из Лондора. Так. Тут у нас кто? Анри из Асторры. Шикарно. Ну нет, мы сначала идем срезочку открывать. Срезочку тут все досматриваем. Доделываем. И уже после спокойно идем к боссу. А ну куда ты по нему? Ну нормально по урону. Вылег. Так, здесь мы чуть-чуть по-другому сделаем. Мы помним про тебя, дружочек. Пока он нас не видит. Вот так вот. Ой, хорош. Шикарно. Шаг усталого бойца. И куда ты? Так исчез. Как будто больше не будет появляться. А нет, мы знаем эту подставу. Сюда иди. Вот, молодец. Ай, я думал, не заденет. Не угадал. Ай, ладно, давай. Тихо. Не хотел вернуться. Блин, я забываю, что у меня тут немножко небольшая задержка. В такую игру нельзя играть с задержкой. Надо будет что-то думать, что-то придумывать. Вот это и следующая громоздкий самоцвет, кстати. Серия точно будут в такой стиле. А как будет дальше, пока не знаю. Кстати. Я же снял меч, который добавляет урон от огня, да? Зачем? Я же его снял ради кольца меча Ллойда. Но сейчас мы все равно им не пользуемся. Ну да. Значит, одевать его нам нет смысла. Так, 7 хилок. Кто-то еще есть? О! Реальный игрок подоспел. Ну нет, мы никого призывать не будем. Мы сами справимся. Кольцо первенца солнца. Что она делает?
Что она делает? Нет. Зачарение усиливает чудеса. Точно, точно. Мне нужно сейчас колечко, которое усиливает урон от огня. Ой, от огня, от молнии. Тогда будет шикарно. Но, по-моему, оно в той же локации, где и безымянный король. Если я, конечно, не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Так. А, не, пофиг. Пофиг. Идем к боссу. Идем к товарищу понтифику. Умрем, значит умрем. Ничего страшного. У нас будет не одна попытка, а гораздо больше. Пройти. Понтифик Салливан. Ну, здравствуй, друг. Разработчики изначально его планировали сделать финальным боссом. Ой, что-то я доигрался немножечко. Ага, спасибо. А, кстати, я про смолу забыл. Тихо. Темный дух ко мне вторгался еще. Вы что, с ума сошли? Тихо. С моими задержками мне нельзя с темными духами видеться. Ай, подожди. Подожди. Ай-яй-яй, подожди. Ну не надо. Не надо. Я знаю, что ты сильный. А если я? Вот если я. Ой, хорош. Ой, больно. Тихо, я забыл про эту фигню. Да ну ладно тебе. Да крутой. Ой, хорошо, так как получилось. Нет, подожди. Ага, хорошо. Не надо. Тихо. Ага. Хорошо. Ой, прекрасно. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй, прикинь, его чуть-чуть не хватило. Блин, надо было все-таки посидеть у костра. Убил бы сейчас. Сейчас бы убил в легкую. Ну ладно, что уж теперь сделаешь. Теперь уже ничего не сделаешь. Проиграли, значит проиграли. Фигня. Справимся. Как говорится, все будет, но не сразу. Да? Тем более Понтифик, серьезный босс. Он мне одному доставил проблему человеку. Так. Смол, кстати, мало. Можно добавить чуть-чуть какую-нибудь там темненькую, либо угольную картуса. Но это разрывающий эффект. Давайте. Огонь. Почему нет? Давайте с огоньком на него пойдем. Так, ну. Опять не туда, блин. Что ж такое? Наверное, сейчас всех противников пробежим. Ничего страшного не будет, я так думаю. Тем более, их мы всех уже перебили до этого. По 300 раз одних и тех же убивать есть смысл, нет смысла. Хотя этого можно. Он легенький. Ага. Вот так вот, шикарно. Пока другие не повставали. А вот этих обижу. А не угадал. Сволочь. Ух тышка! Это что сейчас было? А не надо было так? Понтифик, как дела? Давно не виделись. Очень давно. Вот сейчас нажал. Вот. Бля, буду сейчас. Тихо. У меня там души. Угомонись. Пиздых. Да ну и что ж такое творится-то, а? Тихо. Я начну его бить, когда у меня останется 7, да? О, блядь, пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Посторонись, дай души хотя бы заберу. О, души. Блядь. Что такое? Что происходит? Да. Сейчас, подождите, я еще раз попробую, не могу фиксироваться. Так. Вот оно. Ну вот, все.
Ой, короче, получилось, пришлось сделать разрешение, короче, поменять 1440, что ли, на 1000 там с копейками. Дабл-звук? Дабл-звук. Бывает. Ой. У меня прям глаз. Сейчас прям... Прям он... Ох. Вот прям расслабляется. Теперь же играть легче стал. Вот да. Вот сейчас игра пойдет, это я вам гарантирую. Вот, ой, прям прекрасно. Ой, как шикарно просто, вы бы знали. О, господи. Вот это разница. Вот это, ой, я просто не могу, прям оргазм. Отошел. Так, угольная смолка. Так, души. Нам нужны души. Вот он, вот. Так. Ага, спасибо. Вот. Ну херня, я вот теперь думаю, как мне сделать, чтобы вот эта вот картинка, которую я видел сейчас, была все время на записи. Потому что я смотрю, все равно есть разница, вот когда записываешь, и вот когда вот то, что выходит, это... Да. Я таю. Я просто таю. Ой, кайф. Ладно. Я расслабился слишком. От видимого. Так. Три. Нам нужно еще три. Хорошо. Добудем. Найдем. Все будет хорошо. Ну, ладно, не так много душ. Просрали. Но мы все больше и больше просираем смол. Ладно, фигня, прорвемся, все будет хорошо. Отошел. Ну, вот, кстати, если посмотреть самые первые записи. И сейчас уже видно большой прогресс. Да? Прогресс прям огромен между тем, что было, и тем, что стало. И мы же, конечно же, на этом останавливаться не будем. Подожди. Да подожди. Дай душу соберу. Вот. Сука, ебучая задержка, блин. Бесит меня. Бесит. Все, собрались. Я просто не собран. Я как-то прям это... Нашел способ, как исправить ситуацию. У меня получилось. Я прям такой радостный сейчас. Все, собрались. Будет хорошо. Так, у нас уже есть огненное оружие. У нас есть темное оружие. И у нас есть молниевое. Огненное, молниевое и темное. Шикарно. У нас все есть, прелесть. А почему я уголь не использовал? А не знаю. Ай, ладно, в следующий раз, значит. А не угадал ты, не угадал. Так, ладно, хрен с ним, с душами. Сейчас все будет по-другому. Опа. Почти. Ага. Ладно. Опа. Тихо. Где? Где там нормально? Ой, ладно, душ. Может душ собрать. Ага. Да ну как? Да что за атака такая долбанутая? Пизда. Ой, промазал. Тихо, тихо, тихо. Давай так, у тебя горит, и у меня горит. Так у тебя оружие. А у меня и оружие, и задница подгорать начинается. Сука. Блять. Сейчас я тебе, блять, устрою. Сейчас я тебе, блять. Сюда иди. Сейчас сам тебе приду, ладно, говорил. Я думаю, сам он вряд ли нам пойдет. Ну, это же еще олд, безымянный король. Ну, давайте попробуем нашими все-таки сметарщиками, наверное, да? И вот так вот даже сделаем.
Не знаю, как много эффекта от этого будет. Ну, да ладно. Так, ну закрыть мы, конечно, не сможем. Засмолить тогда уж. Правильнее будет сказать. Опять про угли забыл. Не фикс. Каждая попытка это плюс 2 косаря. Нормально. Ну почти. Тихо. Не надо. Опа. Ай, зря. Нормально. Нормально. Хорошо. Тихо. Прекрасно. А, он просто блочит. Нормально. Ай. Тихо. Все, паничка началась. Тихо, вот так. Ой, а что я делаю? Подожди. Раз, два. Хорошо, нормально. Хорошо, допустим, ага, отлично. Так, уходим. Допустим. Так, нет. Так, ты мне не нравишься, в курсе, да? Ой, ой-ой-ой. Так, ладно, один так вал. Нет. У меня выносливости нету. Черт. Хорошо. Ну, я думаю, не достанет. Не надо. Кувыркается он тут. Нормально. Хорошо, идем. Ай, ну чуть-чуть осталось. Вот. Стоило просто взять свои любимые скимитары. И считать с первого раза. Вот со скимитарами с первого раза. Вот в чем была проблема. Вот в чем была проблема, блин. Нет, все. Не буду ходить с тем оружием. Скимитары наши все. Да. Еще раз. Да. Пошли качаться. Пойдем? Пошли. Отправиться. Хромоня. Да, да, да. Потупливаю чуть-чуть. Давай. Так, ну до Олдрика мы точно не успеем в этой серии. Но что-то мы допройдем. Да. Добро пожаловать домой, чего ты желаешь? Я желаю повысить уровень. Так, жизненная сила. И все. 2094, да? Нам надо. Сейчас будет. Сейчас все будет. А, нет, давайте сначала посмотрим, что мы можем сделать из души понтифика. Так. Лодрид, ты где? Вот. А, стой. Ага. Вот и ты? Да-да-да-да. Так. У меня такая, ага. Угу. Вот. Меч правосудия. Магия. Так, подожди. Нет? Вот. А это просто большой гигантский меч, да? Церемониальный меч. Но он не нужен. Все, значит, 2099, да? Как дела? А, вот с ним тоже будет отдельная ветка, но сейчас бессмысленно с ним что-либо делать. Эй! Нет, продать. Да, нам нужно продать душоночек. Давайте так, вот так и вот так. Отлично. А 200 я зачем? Я просто подумал, ну 3000 я сразу вкачаю, ладно. Мог более аккуратненько сделать. Ну и ладно. Стойкость. Конечно же стойкость. 3 сразу, прикинь. Высечешься. Тем временем уже 59 уровень. Это шикарно просто. Так, у нас ничего такого нету?
соединим с ним. Это что? А, пепел. Потом. С ним потом. А я хочу один момент сейчас узнать, подождите. Все, я узнал. С Сириус можно будет поболтать только тогда, когда мы победим следующего, кстати, нашего босса. А пока мы можем вот сходить на мостик, и там должна нас ожидать приколюшка. Да, плюшечка, приколюшечка. В принципе, вы и сами сейчас все увидите. Стальная маска Крейтона и все остальное сет из Мирры. Хорошо, допустим. Ну а теперь можем ехать дальше. Отправиться под Дивик. Тоже такая нудная локация, особенно если фантомы вторгаются. Это вообще трындец. Чисто локация для битв. Вот как... Вот есть лес мучений, или как вот это вот болото, где было там несколько крабиков, где еще в прятки играл. Вот типа того же. Наподобие того, да. Так, здесь мы помним. А давайте вы в одну сторону побежите, не хотите? Раз, два, три. И тебя теперь давай. Ага, не успел, прикинь. А давай мы это исправим. Давай посидим, мы пойдем. О, лут. Я про него забыл. Большой осколок титанита, шикарно. Кек. Тут ничего? Нет, ничего. Сейчас посидим. Пойдем дальше. Блин, ну да, просто земля и небо, вот. То, что я наблюдаю здесь, сейчас на телеке, как все плавно. И вот как сейчас вот идет на записи. А если я сделаю вот так вот? Может, оно получше будет? Не знаю. Может быть, так будет лучше. Потом мы с вами вместе все это узнаем. А я посидел у костра? Я про ящерицу забыл, да? Подожди. Подожди, я забыл, что я хотел сделать. А, так бывает. Я вспомнил про ящерицу, я затрындился. Так, может, нам надо сделать так? Нет. Возможно, нам надо перезагрузиться. Локацию. Сейчас узнаем. Ну да, ящерки сейчас тут нету. Тогда, если нас убьют, мы ее обязательно убьем. Масло масляное, ну бывает, ничего страшного. Так, вон же еще у нас лут. Да, сначала пойдем туда, в эту сторону. Нам есть тут чем заняться. А, кстати, вот здесь вот вывод противненькое тоже местечко. Эй, на. Раз. Ага. Тихо. Ага. Да что же на вас так много ударов надо? Объяснитесь. Оно хорошее. А? Отлично. Кольцо с темным камнем. Защита от тьмы. Хорошо. Уродец кто-то тяжелый. Мне это не нравится. Хотя кто там тяжелый может быть? Тут обычные эти ложки. Вроде вот ложки, а столько шума от них. Церемонии, бесцеремонные создания просто. Большой осколок. Спасибо. Ой, вы так любезны. И худее. Кстати, да. С тех пор, как я здесь, я слегка даже подсход. Ко мне кто-то вторгся, а я и не заметил, да? Собаки. Разве так можно? А где огонь по своим? А? Почему нет огня по своим? Объясните. Не угадал.
Ага. Тихо, Максэп. Шикарно. Ааа! Да бей его уже! Не, сука! Жирная! Конечно. Как иначе? Не надо. Хорошо. Не надо. Во, хорошо, давай поближе. Не достаешь, лошара? Нифиг стоять на возвышенности. Я тут высокий, понял? У меня рост 192, я выше тебя все равно. Но почему-то умнее. Драконоборцы. И такая противная местность напоминает очень сильно локацию Анорлонда с первой части, но на то есть причины. Дальше вы узнаете, кто не знает. А кто знает, не подсказывайте, не спойлерите людям. Так, тут на что? Уголек. Ты встанешь? Ты встанешь? Вот этот встал. Ой! Ой, тихо! Дурак, что ли? Этого я не ждал! Ты что такой бешеный? Фух! Вот, честно, хотите верьте, хотите нет, но за все мои прохождения, это в первый раз, когда этот голем смог мне хоть немного урон нанести. Ай, спасибо, блядь. Ты такой любезный. Я балдею. Мне пизда. Мне просто пизда. Я не хочу с тобой драться. Я не хочу. Пожалуйста. С тобой драться, ты противное создание. Спасибо, еще я травил. Все, пиздец. Не, эту локацию я с углем проходил. Нафиг просто, это невозможно. Но этого стоило ожидать. Я знал, что так будет. Я, блин, знал. И вот эти вот еще приколы, он до меня, по идее, не достает. А все равно задевает. Задержка огромная, просто задержка в игре, что касается сети. Потому что тут
в самом городе плохая сеть, я это уже объяснял в прошлой серии. Это, в принципе, одна из причин, почему я и стримить-то не буду. Точнее, это единственная причина, почему я не буду стримить. Сеть. Плохая скорость. Вот и все. Так что тут побегаем так. Дальше опять уголечек будем использовать. И сейчас опять этот вверху козлов убивать. Так, ты должен встать? Нет. Так, наверное, не встает. Так, ну да, сейчас пойдем в то место, куда и планировали изначально, но не могли зайти. Там, где был белый туман. Туман-обман. Вот оно. Опа. Спасибо. Красавцы. Не надо. Достал все равно. Собака. Так. Отлично. Тут у нас ничего нету. А вот здесь вот у нас мимик. Я его отлично помню. Он мне почему-то много проблем доставил. Не знаю почему. Гомонись. Прикол. Я его в прошлом прохождении задолбался убивать. Что сейчас-то изменилось? Не знаю. Так, время у нас уже час, но как я и обещал, а я... стараюсь держать свои обещания по мере возможности. Эта серия будет подольше. Козёл. Не надо. Ага, спасибо. Ничего страшного, в принципе. Тихо. Да вас сразу, ничего страшного. Хотя, с одной стороны, даже жалко на таких ресурсов тратить. Там три удара с головой, да? Раз, два, три. Да ну в смысле? Раз, два, три. А это получается мне такой же меч, как у них выпал, да? С мимика. Раз, два. Раз, два. А вот так. Хорошо. Мы, а что такое? Что случилось? На следующий раз. Так, теперь вон тот у нас встает гигант, да? Со спины к нему подойдем, чтобы он дольше к нам вставал. 2, 3, 4, 5. Хорошо. Отлично. Шикарно. Тихо. Вот и все. Они легкие, но бьют сильно. Этого у них нет. А, нет, вот что-то есть. Что-то валяется. Большой осколок титанита. Хорошо. Можно, в принципе, подкачать топорик. Может, когда-нибудь он и пригодится. Конечно, маловероятно. Вот этот бедный даже вставать не успевает. Он как будто уже был удох. Давай. Что дашь? Осколок титанита. А мы душу свои подобрали? А, ну да, мы же подобрали. Так, ты дохлик. Ты встанешь, да? Нет, подожди. Нет, а все, их два только? Или нет, или я что-то тупо? А ну, походу, да. Серьезно? Почему-то я думал, что их больше должно встать. Где я так прокололся? Почему я так ошибся? Ну ладно. Так, а теперь будет тяжеленький достаточно моментик. По крайней мере, тяжелее, чем хотелось бы. Но не будем загадывать заранее, мало ли что, как оно повернется. Может, все окажется проще, чем кажется. Всякое бывает. Так.
Так, у нас тут пространство есть, что мы, наверное, первым делом сделаем. Давайте вон того. Так, лук. Зюк-зюк. Лук-лук-лук. Вот лук. Тихо. Ага. В смысле? Подожди. Не попал, что ли? Серьезно? О! Подожди! Наведись на него! Ага, хорошо. Давай еще сюда поближе. Ой, в смысле, как ты по мне попал? Столько хп было. Столько. Ну, это, наверное, как контратака считается. Ладно, я расслабился. Обожди, сейчас все будет. Блин, нам теперь всех убивать не надо. Тупо побежим, да. Вот этого вот красавца. Можем, кстати, сразу лук одеть. Так. Ну, да, в принципе. Спокойно бегаем, пусть и кидается, кто хочет. Тут мы по краешку пройдем. Локация зачищена, ничего нам не страшно. Тем более мы без угля, никакая тварь к нам не вторгнется. Просто бежим к этим чудовищам. Вот был бы он еще один. Ну хотя, с другой стороны, мы все равно одного только приманиваем. Поэтому главное их по одному не перебить. Если не ошибаюсь, они должны быть одноразовыми. Даже если одного убило, от второго погиб. Так что ничего страшного в этом быть просто не может. Так. А тут-то стрелы кончились. О, хорошо. Так, в две руки. Давай. Это был близок. Серьезно? Да прям серьезно, да? Сука. Ты ж падла. Сука. А так нельзя. Так нечестно, ты в курсе? А вот чтобы вам долго не ждать, я вот так вот буду делать. И снова здравствуйте, а мы уже спускаемся. Да. Ладно, в следующий раз продолжу запись, когда спустимся. Так. Нет! Ох, блядь! Подождите, я пошутил! Я против двоих не буду драться! Вы с ума сошли, что ли? Нет! Вот это подстава! А как так произошло? Как так вообще вышло? Он там, да? Сука, он же злится. А можно на него сверху упасть? А мне больно будет, да? Тут же нету, не будет такой фишки, как с драконом, который будет в будущем, я потом вам покажу, расскажу, а что делать? А что мне теперь делать? А у меня там души. Я бы мог бы сейчас рискнуть, спрыгнуть на них. Но у меня там души. Причем немало, 30 штук почти, да? Если я не ошибаюсь. Так, ну так они точно не успокоятся, надо чуть подальше отойти. Кстати говоря. А, не, отсюда до них не попадешь. Да? Ну да, и не нацеливайся на них нифига. Блин. Вот это подстава. Так,
Ладно. Итак, что я сделал? Я просто тупо телепортировался к костру и вернулся обратно. А душ, кстати, даже, ну да, даже больше, чем я ожидал. Целых 42 тысячи. Мы их терять вообще никак не должны. Ну вот, нельзя нам их терять. Ага. Тихо, блядь. Теряется. Ой, блин, хорошо, хорошо, давай. Красота. Убиваем. Шикарно, просто шикарно. Минус один, 13 штук, отлично. Так, ну с этим будет проще. Ага. Учитывая то, что у нас теперь есть огромное просто пространство для битвы. А, спасибо. Ой-ой-ой. Тихо. Лечимся. Вот из меня действуешь, а? Ладно, сейчас он хотя бы будет один. И вот мы снова резко тут. Да, вот так вот быстренько. Не угадал. А вот не угадал, и все. Не угадал. Ага. Ага. Ой, а что так резко можно было, да? Ты что, откуда так? А, такой урон вообще. А можно было сразу так, нет? Думали, придумывали. Ироды. Так, глубинный самоцвет. Тут я подобрал фигнюшку, да? Так, подожди, а что за колечко? Давайте тут, наверное, посмотрим. Так. Повышает здоровье, выносливость, макс нагрузку. Кольцо, символизирующее милость богини Фины. В соответствии, которое может носить лади. Кстати, мне кажется, это отличное кольцо. Снижение веса. Взять его, что нет. И мне кажется, это кольцо хорошо комбинируется с кольцом Флинна. Нагрузка-то у нас меньше становится, по идее. Ну, соотношение. Если так подумать. Я не знаю, может там именно имеется в виду. Так, верный Олтрик, спасибо. Ага. Имеется в виду, ну-ка, вот где у нас вес снаряжения? А, ну, килограммы, наверное, да, все-таки считается, не знаю. Может, фунты. Может, еще что. Так, идем, бежим прям. Аж спотыкаемся, качаться. Это хорошее дело, горящий осколок кости у нас. Лишних нету. А что у нас по металлитовским? Ну, давайте прокачаем топорик, чё нет-то. Просто чтоб было. Дроп. Да, хорошая встреча. Укрепить. Вот так. Вот, 231. А, 217 плюс 168. Ну, неплохо, в принципе. Если так подумать. Мерцашкой. Вот это качается только мерцашкой. У него на старте 205 урона, ты прикинь. Сразу, сходу, ну, конечно, как иначе. У кого еще на старте есть такое? Ни у кого, по-моему. Ну, слушайте, а вот тут вот та сотка, это с одного за два, наверное, 200 будет. Не знаю. Так, да, мне нужно подкачаться, нужно подкачаться. Ага, Да. Прекрасно, шикарно, просто. Просто шикарно.
А подожди, о чем у нас так выносливость медленно начал? А, 165, мне показалось 155. Ой, так это уж просто сказка, это еще из колечка. Хм, скоро у нас без угля будет до половины экрана доходить. Ну-ка. Нет уже? Ну, конечно, нет. Так, можем продолжать. А продолжать мы будем что? Правильно, в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, кому понравилось, кому не понравилось, соответственно, ну, дизлайки, подписывайтесь на ВК-плейл, и то пустите телеграм-канал. Еще раз всем огромное спасибо, чмок, пупок!